Дети, у нас появилась новенькая. Ее зовут Рита. Рита Волкова. Ее фамилия Волкова. Это двоюродная сестра Алисы. Ёкарный бабай. Пожалуйста, садись вот книги. Итак, дети, у вас сейчас первый урок математики. Сейчас... Ну, давайте... Саша, раздать тетрадь. Окей. Тетради? Да. Передайте. Передай. Ой, Сашина. Саша. Окей, Саша. Так, Вика, твоя тетрадь. Так, вот, Костя, твоя. Рита. Алиса. Варя. Ника, так, Рома, Кевин, Влад, ну и Нализа. Большое спасибо, Саша, присаживайся. А сейчас я на доске кое-что напишу. И вы это запишите в тетрадке. Записывайте пока число и классную работу. Итак, дети, я написала на доске три примера на деление. Итак, сейчас мне на них ответят. Так, на первом примере мне отвечает двоечник Костя. Костя. 50 разделить на 14 будет 25. Нет, 25 это на 2. Два, Костя. Следующий пример мне скажет на него ответ. Рита, вы, пожалуйста. 60 разделить на 2 будет 3. Нет. Будет 30. Правильно. Дети, следующий пример. 100 разделить на 5. Ответит мне Алиса. 100 разделить на 5 будет 20. Браво, Алиса, правильно. Вот эти люди, они получили 5. После долгого урока математики. Звонок, но подождите, вы еще не собираетесь. Сейчас у вас вторым уроком будет урок физкультуры. О нет, вторым. Че, ладно. И на третьем вы идете кушать. Все, одевайтесь. Да.
И сдайте тетрадочки, пожалуйста, я проверю, как вы выполнили задание. Собирай тетрадочки, Рита, пожалуйста, и положишь их вот сюда, вот на стол. Хорошо. Да вы меня все пороняли, отстаньте от меня, я и так переодеваюсь на физику. Ой-ой-ой-ой-ой. Где моя кофта, Ника? Вика, почему я должна за твоей кофтой следить? Ну, сестра, ты меня уже достала. Почему я именно должна за твоими вещами следить? Потому что ты мне сестра или кто? Моя желтенькая. Нашла красненькая. Моя фиолетовая. Сестра. Ладно, смотри здесь вот. Вон наш шкафчик. О, да, наш. Так, все, я сейчас переоденусь. Так, я футболку одела на пустынке, одела, осталось повязку. Все, и повязка одета. После всех уроков и последнего и второго урока физры. Я так устала. Жесть. Все, я даже переодеваться физры не буду, но только выпускники сниму и все. Я тоже. Все равно на улице май месяц. Наконец-то мы последний день отучились. Все. Все эти годы. 11 класс закончили. Ой, как хорошо. Складывай в сумку. Хорошо, я, пожалуй, только бантик одену. Ура! Мы отучились, мы отучились. Последний год отучились. Ой, слава богу, небесам. Ну чё, девчонки, куда пойдем? Давайте в ресторан. А давай к тебе. Ко мне? Я тоже за то, чтобы к тебе идти. Ну ладно, пошлите ко мне, пошлите. Ну а вы сейчас узнаете, что будет дальше. Привет, Арчи, 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 Арчи. Арчи, 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 Арчи. О, давайте фотку сделаем, как я типа его глаза. Давайте так. Все. Thank you.
Да, а диван там. Окей, я руки мыть. Я первая. Ау, я аж упала. Окей, ладно, я вот тоже руки помыла. Ну что ж. Я пойду сделаю уроки. Я же на второй год остаюсь. Да. Подожди, где мой портфель? В коридоре. Окей. Ладно, у меня собака есть хочет. Давайте поедем. Давайте. Садитесь за стол. Сейчас еще пёсика моего покормлю любимого. Ох, миска пустая. Все. Вот твоя миска, все. Так, сейчас я вам... Не хотите гамбургеры? Давай. Я тоже не... Не откажусь. Я. Держите. А я булочку съем.